Президент Рахат Алиев мне рассказывал о склонности Назарбаева так называемым террористическим актам. Когда Алиев работал в Казахстане, Назарбаев его, как одной из руководителей спецслужб, просил, чтобы были организованы специальные операции, так называемые покушения против Назарбаева, ну, вдоль проезда его машины, охраны, чтобы там что-то взрывалось, какие-то были, скажем, нападения, а потом они это все разоблачали бы, и он перед миром выглядел бы, что он делает очень достойную работу, и он очень сильный президент, который мешает различным силам, которые не хотели бы различных реформ. Вот, собственно, я так понимаю, его основная мысль, он привлекает себе внимание, становится таким эким национальным героем, да, это, собственно, когда он себя выставляет в 86 году, что он во главе колонны недовольных шел, хотя мы все знаем, что он стоял на трибуне и предлагал всем разойтись, да? Вот. То есть он хотел стать таким эким национальным героем. Он все время пытается стать национальным героем. То лауреат Нобелевской премии хочет получить, то лидера национального, то еще какого-то, да? Вот. И при этом такой мужественный президент. Вот. Ну и тут, конечно, бы народная молва говорила, смотрите, вот на нашего президента нападает, а он даже в этих условиях не бросает свой пост и уверенным курсом ведет страну куда-то в будущее. Сейчас смотрите, наша страна, какая может быть угроза? Военной угрозы нет. Значит, надо какую-то угрозу сформировать, нарисовать и так называемое объединение общества произвести, да, пугать людей какими-то угрозами. Притом угроза должна быть не только, которая объединяет наше общество, но даже должна получить одобрение на Западе. В этом смысле так называемый ваххабизм там, или какой-то радикальный исламизм, наверное, им кажется, что это очень хорошая карта. И я считаю, что Назарбаев играет в опасные игры вместе со своим окружением.